Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Понедельник, 22-е, 16:03. Мы так чисто с удочкой с ней поиграемся. Просто вам показываем. Посмотрите на ее ушки. Снимаем для вас. Вот так на удочку можно, не поднимая, маэстро, не поднимая. Да. Тут у нас мягкая поверхность, так что вот так можно, не Виктория была, вот по чуть-чуть можно уже вот так ее разыгрывать. И мы сейчас ее везем к врачу на купирование ушек. Дорогие друзья, не знаю, разрешат снимать во время, или вам нужно это видеть, или не нужно, не знаю я. Но мы-то будем фиксировать, а потом, естественно, покажем результат. Выбрали форму ушей, там 4 пункта, мы выбрали третий, это маленький обрез, чуть больше, как у Були, и как у Графа. А четвертый вариант, это как свеча. Поймала, девочка, поймала. Поймала, моя хорошая. Питбульша наша, питбульша. Азарту-то сколько? И не отдает ее, посмотрите на ее глаза. Она у нас, дорогие друзья, не кушала. До купирования 12 часов нельзя есть. Чуть-чуть ее разыграем, чтобы была поактивнее. Ой, ты господи. Это что за азартная девочка? Кто подписан на наш телеграм-канал, там показывается, как самурай играет с Миледи. И как он разрешает, странно тоже, знаете, сибоина порода разрешает, чтобы она доминировала над ним, игралась, покусывала, а он визжит, играется. Тоже интересно, маэстро с утра снимал. О, чоколадка, чоколадка. Посмотрите, сколько в ней азарта. Ух, растет, а? Растет тигрица. Как раз погоды тоже повезло, дорогие друзья, когда делаются такие... Да. Посмотрите, она за большой схватила. За большой узел схватила. Посмотрите, что творит. Вот и господи. Мы должны, дай бог, быть там 18:30. Ребер уже не видно, дорогие мои. Лапы, конечно, у нее настоящие лапы. Вот это лапы. Высоко прыгать не даем. Еще раз повторюсь, поверхность мягкая. Но чуть-чуть разыгрывать надо. То есть завтра ей 4 месяца. То есть сегодня вы смотрите ролик. Ей исполнилось 4 месяца. Мы поздравляем ее с маленьким днем рождения. 4 месяца. Как и у детей, каждый месяц отмечаем. Но сейчас мы ее покормить не можем. Естественно, в 23 числа... Первый раз мы ей дадим. Кстати, если утром покормим мясом, если успею ролик склеить, как раз вам и поставлю. Завтра, да, посмотрите. Завтра будет в 4, да, да, 4 месяца будет первый прием пищи мяса кусками. И мы завтра ей дадим мясо в маленький день рождения. Посмотрите, собака не ела с утра, время 5 час, а у нее азарта и азарта сколько. Вот так. Мы делаем упражнения, не снимал занятия с Викторией, дорогие друзья, показываю, есть тонкие моменты, над чем мы работаем, потом увидите результат. Сначала показал, как она это все делает, и покажем вам потом через несколько занятий определенный результат. Вот она как. Любит удочку, любит девочка. Просто бег на мягкой поверхности. Ни на асфальте, ни на брусчатке, нигде, только на мягкой. Это можно, нам сегодня разрешили. Посмотрите азарту, а, маэстро? Она графа научит канат типа тягать, да? Да не хочу я вот этот канат ей давать, дорогие мои, чтобы вы понимали, но... Ну, все. Оставь, миледи, оставь. Молодец, хорошо. Оставь. Чего? Острые. Оставь, миледи, оставь. Эту команду мы не изучали. Посмотрите, посмотрите. Самурай пищал. Понимаешь, почему самурай пищал? Потому что у нее зубики острые, как иголочки. Все, дорогие мои, мы помчались. Нам 1 час 40 минут ехать до Люберец. Ты будешь дерзкая девочка. Дорогие друзья, маэстро говорит, назад не посажу. Она стрессует, дрожит. Пусть он со мной будет на ручках. Я говорю, ну пусть будет на ручках. Вот они едут, видите? Да, парочка едет, парочка. Они, у них любовь. Ручечки. Конечно. Любовь, он ее не отпускает с рук, говорит, нет, говорит, пусть он графа тоже так возил, держал впереди. А потом уже... Не, она привыкнет, Олег, уже будет нормально. Да, хорошо. Надо лучше так.
Тем более сейчас, после купирования здесь была наручка была. Удочка, мирюлечка, красота, удочка. Лепрекончик? А лепрекончик? Веслоухая. Да, показывай, мастер, показывай. А второй тоже поднимай. Через 600 метров держитесь правее. Вот так, зайка. Кто зайка? Кто зайка? Она как это, да? Нет, снова может без. Зайка, зайка моя. Зайка моя. Да, головку положит, вот так они едут, дорогие друзья. Маэстро ее наглаживает всю дорогу. Нам 1:25 ехать, он ее 1:25 наглаживает. Так что, это самое, не ревнуйте. Да, не ревнуйте, точно. Воспитанная девушка, да. Вот тебе, ух ты! Она отзывается на ух ты, начинает слушать, как-то ей понравилось. Уже мы ее так и подзываем. Миледи, ух ты! Ух ты! Друзья, мы выбрали из трех вариантов, из четырех вариантов, именно питбулем ушки. Вот я вам покажу через экран. Если слева направо, то второй вариант мы выбрали. Если справа налево, то третий вариант. Он нам понравился больше всех. Самые крайние или самые первые с левой стороны, это как свеча. Они очень длинные, мне не очень нравятся. Это больше подходит стафам. Ну вот, посмотрите, я думаю, самый оптимальный вариант. Какой бы вариант вы выбрали? Слева направо, если считать. Впереди камера на разметку. Мы выбрали второй вариант. А какой вариант выбрали бы вы? Спасибо. Мы доехали, мы в Люберцах, приехали делать ушки, купировать, не то что делать, а купировать, выразился я. Нам сказали с собой взять надо шприцы, но и к людям домой, или там куда мы идем, с пустыми руками мы не умеем. Поэтому взяли, заходим в подъезд, время 18:05, то есть мы, получается, приехали пораньше. Не любим опаздывать, сейчас как раз перекурчик. И пойдем. Кто из наших подписчиков тут живет? Узнаете места? Напишите, если вы где-то здесь рядом живете. Люберцы — это Московская область, кто не знает. А кто знает 90-е? Люберцы — это ого-го! Гремели в свое время люберцы. Люберецкая миледи. 12 килограмм 300 грамм. Мы ее не замеряли, да, маэстро, как сейчас приехали? Принесу, сейчас укольчик маленький. А? Мы ее же не замеряли, как привезли? Не взвешивали, вернее? Нет, не взвешивали. Все, 12 килограмм 300 грамм, дорогие друзья, в 4 месяца. Запоминайте, пишите. Наверное, скоро 15. Без ушей, да? Без ушей будет 12. Дорогие друзья, только все закончилось, 19:25, вот только первые кадры, ой, вот она, сказали нормально, как вошла наркоз, да, говорят, вошла наркоз, вышла с наркоза, вон хвостиком виляет, радостно нас обрадовалась, по-моему, ее наркоз не берет, видимо, ее красавица. Ну что, дорогие друзья, я покажу вам, кто купировал ушки. Это наш уважаемый эксперт. Это человек, который проводит выставку самую большую про питбулем, да? Где нашего графа уничтожили. Вот прям говорю здесь, прям в лицо говорю. Мариночка, если можно, скажите, пожалуйста, про что-нибудь про нашего щенка. Как прошла... Это операция, да? Да, да. Как прошла операция? Купирование, да, это косметическая операция, которая призвана, скажем, придать законченность образу собаке. Щенок очень хорошо перенес все. Отлично вошел наркоз, легко, никаких побочных эффектов не было в процессе операции. Вышла из наркоза тоже хорошо, без истерик, спокойная, стабильная, хорошая девчонка. Спасибо большое. А как щенок вам? Эксперт именно по питбулям вы у нас
Трофи. Она на данный момент очень ровная, это хорошо. Есть вероятность, что она будет расти ровно хорошо. Голова приятная, по пропорциям, не сильно длинномордая. Сухие губёшки. Ну, такая хорошая девчонка. Пусть дорогие, растет. Приятно. Потом. От экспертного. Именно этот человек, дорогие друзья, чтобы вы понимали, одна из лучших по питбулям. И когда я узнавал, кто молодого человека, вы тоже знаете, это тот меня, который раздразнил, сказал, что мой граф ничего не может. И из-за этого молодого человека мой граф прыгает в длину 3,60, высоту 1,10 м. Вот его виновник. Ну, не виновник, а спасибо ему огромное, я шучу. Я когда узнавал, говорю, мне нужен самый хороший специалист. Вот как есть, так и говорю, Марин, без преувеличения. Мы с моей встречей, мне говорит, называет имя, отчество и фамилию. Я говорю, так это же Марина, я говорю, Саша. Дорогие друзья, как меня представили, Марин, говорю честно, как есть. Лучший специалист на территории Российской Федерации по купированию ушей. Приятно, значит, не зря работаем. Да, дорогие друзья, чтобы вы понимали, я записался через неделю только запись. Можно показать вот так? Мариночка, скажите, пожалуйста, то есть... Это само вы или надо будет потом убирать? Надо будет снимать швы. К вам или... Можно самостоятельно, можно в клинику в любую ближайшую, можно у меня, как удобно. Можно, ну лучше я... А через сколько? Мы снимаем обычно швы в несколько... Маэстро, забери, пожалуйста, тяжелый, да, просто я... Держи. Да, я прошу прощения. Так, Марина, интересно, говорит, маэстро тоже заслушался. Так, ты ж моя девочка. Здесь у нас стоял внутривенный катетер. Ага. Все, теперь все хорошо. Значит, смотрите, я покажу сейчас. Ушки у нас зашиты, как вы видите, да? Сейчас, секундочку, я сфокусирую. Определенным образом. То есть кожа завернута, вовнутрь. Край обернут, да. Да. Поэтому, когда будете обрабатывать уши, все движения мы делаем отсюда к носу. Ага, то в обратную сторону. Да, то есть мы вот эту кожу не отворачиваем, нам нужно, чтобы она красиво приросла, чтобы ушко потом было ровненькое. Да, а не торчало вот так, да. Вот. Понял, о чем вы говорите, Мария. Швы мы снимаем несколько приемов, потому что кончик у нас заживает быстрее, основание дольше. Угу. На 5-6 день пришлете на контроль фотографии ушек. Да. Я скажу, какие швы снимать. Все швы отдельные, автономные, все просто. А чем мы обрабатываем, Марина? По инструкции, как я вам написала. Да. Вот то, что я прислала вам инструкцию, там да. Все есть. Там, дорогие друзья, чтобы вы понимали, мне четко расписали, что мне с собой взять, что мне делать. Приятно иметь с такими людьми дела. Ну что, записываемся, когда? А ну, когда у вас эта большая выставка, где по 150 питов? 15 июня. Графа я не возьму, Александр. Я приеду с ней. Я приеду с ней. Спасибо, ребят, большое. Рад был вас встретить, увидеть. Спасибо за работу. Очень приятно. Я думаю, Марина будет гордиться, когда видит, будет понимать, что ушки купировала она этой чемпионке, да? Теперь ваша задача все вовремя снять швы, поставить уши, если это будет надо, требоваться, чтобы все было идеально. У нас опыт есть с нашим питомцем, мы опять с графом, графа вы знаете. И, Александр, можно прямо я в камеру сразу скажу, с этой девочкой можем заниматься? Мы попробуем. Это меня уже радует, потому что по графу Александр сказал совсем другое. Слушай, так красиво получается в зеркало два Александра. Все, спасибо большое, ребят, рад был всех видеть. Мы помчались. Спасибо, Марин, большое. Дорогие друзья, вышли на свет, там было темновато. Вот смотрите, она не мерзнет, вы понимаете, после чего. Но вроде, вот так вам покажу сейчас, вот так покажу, вроде все четко, все, слава богу, нормально. Но посмотрим, посмотрим, сейчас пойдем посмотрим. Пойдем, маэстро, пойдем, я ее поснимаю. Ну, вы знаете, да, очень приятно, когда Марин, это очень известный эксперт, международный эксперт, она именно занимается питами. Золотой, этот золотой кубок, или как это, где много питов, где ездили. Она организатор. Ну, и она ей все сделала. Спасибо ей огромное. Довольно, очень довольна щенком, но ее мнение, конечно, тоже много значит для меня. Вот и господи, вот и господи. Посмотрите, как вертолетики. Ну что, поехали, помчались. Ну что, дорогие друзья, едем обратно. Дорогу чуть поменьше показывать. Час показывает ехать, все нормально, не капризничает, не скулит, серьезно себя ведет, адекватно. Вот оно. Все, сейчас приедем, покажем, покормим, водички ей побольше надо, все будем показывать. Но уже, ну вы уже смотрите, я имею в виду, на сегодняшний день, чтобы вы все увидите, видите уже. Отлично. Мы с маэстро довольны, а там дальше посмотрим. Дорогие друзья, мы дома. Время 20:44. Все оперативно. Миледи! Миледи! Иди покажись! Иди покажи! Ой, ты кто присел так красиво! Ко мне, ко мне, ко мне! Миледи, иди сюда! Иди сюда! Иди ко мне! А, дела сделал, молодец, извини!
Вот, дорогие друзья, приехали только, хвостиком виляет, все спокойно, все нормально. Девчонка молодец. Ай, молодец. Не переживайте, да, все прошло, слава богу, хорошо. Ну, вы сами все слышали. Сейчас мы ее покормим. Иди покажись поближе. Иди посмотри. Ой, какая серьезная девочка, какая грозненькая. Так, ушки, только не ушки. Так, 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 главное, ушки не задень. Да, ты какая. Иди ко мне, иди сюда. Что трясется, а ушей нету. Во, смотрите, дорогие друзья, приехали, уже бегает во все. Трясется, ушей нету, маэстро, она не чувствует. А только сейчас поняла, что-то не хватает. Что-то не трясется. Что-то ей не хватает. Что? Где ушки твои? Где ты оставила ушки? Ай-яй-яй. Считайте, дорогие друзья, мы ей сережки сделали. Тити моя красавица. Самуха, узнаешь ее, Самуха? Смотри на Самуху. Самуха что-то не признает. Не признает он? Нет. Паша. Посмотрите, головой она не может понять, почему ушки. Да, они же бьются, трясутся, звук подают, а здесь ничего нету. Миледи? Миледи, усик нету? Нету. Усик. Ой, какой, посмотрите, серьезные стали. Ой, какая. Ух ты. Давайте поближе покажу вам. Ну, пока еще так. Понимаете. Все, побежали, не будем мучить. Пойдем кормить ее и поить. А потом опять гулять. Надо кушать. И она сама ждет, представляешь, маэстро? Дорогие друзья, кормим, положи маэстро. Давай не будем давать, пусть кушает, кушает, кушает. Пол порции тут, сразу после этого пол порции. А потом следующее кормление, полноценная порция. Ну, мы через 2 часа буквально покормим. Время уже у нас, сколько я вам показывал, 20:49. Все, слава богу, аппетит нормальный. То есть все нормально, все хорошо. Все, съела. Сейчас пусть переварит, главное, чтобы ее не тошнило, а потом буквально через пару, часиков 11:30 я ее покормлю полной порцией. Все. Ой, молодец. Вот здесь еще есть. Ух ты, молодец. Ей надо сейчас пить водичку. Сейчас в эту миску мою и туда наливаю воды. Чем больше она водички выпьет, вы понимаете, наркоз через что выходит. Все, с аппетитом все нормально. Буквально вот пару часов назад все ей сделали. Вот сейчас ест, бегает. Адекватная. Маэстро, вот ты тоже воду набери туда. Пусть будет. Входит. Молодец. Сейчас покажу. Воротник, кстати, дорогие друзья, очень удобный, комфортный. Мне Виктория наша посоветовала. Я вам обязательно покажу. Я, честно говоря, не знал про такой. Я думал, воротники все эти, как его, которые эти пластиковые. А оказывается, есть еще намного удобнее воротник. Сейчас я вам покажу его тоже, кому нужно будет. Там, по-моему, на Озоне или на Вайлдберрисе заказывали. Сейчас покажу. Дорогие друзья, вот такой воротник мы приобрели. Нет, пластиковый, который вот в таком воротнике, чтобы она не смогла расчесаться. Не-не-не, она сама, что ты, Вася, ты испугался? Отпускай, не-не-не. Отпускай, она пройдет. Вот такой воротник, чтобы она, не дай бог, шов не дернула. Все. Противничает, противничает. Ну, в общем, дорогие друзья, лучше так мы чуть зажмем, чем, не дай бог, она заденет и шов достанет. Это нам наша Виктория посоветовала. Специально для собачек такой воротничок удобный. Да, не с привычки, потом будет все хорошо. Но главное, чтобы швы она не тронула. Дорогие друзья, нам надо ее разыгрывать, чтобы она разыгрывалась, бегалась. Давай, давай, возьми, возьми канат. Ай, молодец, возьми. Да, давай, 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 она должна играться, дорогие друзья. Нам Марина сказала, она должна играться. Давай, 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 давай. Разыгрывай, разыгрывай. Ничего, 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 Марина сказала же, пусть разыгрывается. Наоборот, хорошо, сейчас она разыграется, потом опять водичку. Вот, дорогие, пару часов прошло, чтобы вы понимали, после косметической операции, чтобы вы понимали. Вот она бегает, играется. Миледи, миледи, иди сюда, иди ко мне, моя девочка. Кинь этот канат в мою сторону. По полу кинь канат. Миледи, возьми. Ой. На. Не может понять, где ее ушки. Ты не ушки ищешь свои. Тебе ушек не хватает своих. Усок не хватает своих. Да? Конечно, некомфортно. Когда, знаешь, что-то там зуб удалять, место свободное или там... Не хватает, не хватает. Ай, красавица.
крылья. Все. Молодец, девочка. Не капризна, не ноет, не скулит. Вся в нас пошла. Молодец, умничка. Как будто позирует, знаешь, специально со всех сторон я ее фиксирую, моя сторона как будто мне подыгрывает, смотри. Все, сейчас через полчаса пойдем на улицу прогуляемся, побегаем. Позднее кормление. 23:13. Мы с графика сбились, поэтому сейчас ее кормлю. Сейчас минут 15-20, пойдем на улицу прогуляемся. Так, я до часу, до двух с ней посижу. Ну, послежу, чтобы она ушко я снял. Вот, как его? Воротник снял. Ну, что-то ей дискомфортно. Ну, все после наркоза. И она перекусила, я перекусил. Сейчас, видите, она трясется. Сейчас эту всю тарелку убираем. Так, водичка. Водичка полная. Сейчас пойдем прогуляемся с девочкой. Мне говорят, иди спи, ну, могу, да, лезть спать, но не хочу, я лучше посижу допоздна, она крепко уснет, уже тогда пойду спать. Всем доброго времени суток, дорогие друзья, время 6:50, 23 апреля, то есть через несколько часов вы уже смотрите этот ролик. Мы сегодня впервые дадим мясо, то есть, естественно, мы мясом кормили, фаршем. А сейчас будут кусочки мяса. Давайте мы вам покажем. Вот мы нарезали, маэстро нарезал. Морковка, она еще не ела. Сегодня 23 число, у нее маленький день рождения, ей исполнилось 4 месяца. Вот как получается классно, да? У мамы день рождения 22 числа, у нее 23 число, ну, разные месяца. У мужа, графа, у великого, 24. Ну, вообще классно, да? Дата это. Уже 2 недели только гулянки. Да, день рождения за день рождения это получается. 3 недели, каждый день рождения по неделю маэстро гулять. Если понедельно каждый, то получается месяц. Все, месяц. Плюс-минус, уже не будем мелочиться. Да, согласен. Живая музыка, все это как положено. Танцы, пляски. Дорогие друзья, сегодня мы поднимем ей порцию. То есть мы до этого кормили 125 грамм мяса, фарша, плюс 20-25 грамм каши, то есть рис, гречка. Сегодня мы сделаем 150 грамм. Она в день, да, получается, больше 600 грамм ест. Она активная, пользуется, бегает, играется. Сегодня мы сделаем 150 грамм мяса и морковочки. Давайте, сколько, маэстро. Сколько будет? 25-30 грамм. 25-30, да? Ну, сначала мясо сделаем, маэстро. Да нет, делаю сначала. Это. Морковку, да? Конечно. Хорошо. Мне так всегда интересно, когда маэстро взвешивает. Двадцать грамм, отлично, мастер. Хватит. 20 грамм. И 150 мяса, да? Да, 150 мяса. На 25 грамм поднимаем порцию. Сто 70 грамм. Ага, спасибо. Ага, еще одно. Сто 70 грамм. Пожалуйста, как в аптеке, дорогие друзья. 170 грамм. Я могу и без веса уже. Ну, а люди покажем, и все. И лососевое масло. Сейчас посмотрим, как она будет это есть. Я думаю, с удовольствием она будет это есть. Да? Маэстро, то, что мы с тобой готовим, никто не удержится. Ни люди, ни это. Это лучше в миске уже сделать, маэстро, когда туда сделаешь, да? Давай так, в миске сделаем. Чтобы там не остались. Это для шерсти лососевое масло, дорогие друзья, поэтому оно у нас на вся блестит. И для мозга. И для мозга, да, мозг, чтобы работал. У него и так мозг хорошо работает. У него мозг, это что-то, вся. Что-то что-то. Ну что, пойдемте кормить ее. Ждем. Дорогие друзья, посмотрите. 4 месяца собака сидит и ждет. Нет, не торопись, не торопись. Ждем. Фу, нельзя.
Обиделась. Фу, нельзя. Нет. Ждать. Давай, не будет ничего. Давай. Можно. Да. Можно, моя хорошая. Давай, можно. Первый прием пищи. Мясо с куском. Кусковое мясо, хотел сказать, кусковой сахар. Ага, жует, жует, да-да-да-да-да, непривычно. То есть фарш она глотала, а тут здесь нужно глотать. Смотри на выражение лица. Я ей не мешаю, когда глажу, заодно проверяю, агрессия есть или нет. Давай, 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 да. Так, что-то она не понимает, почему это не залетает, когда это фарш. Еще плюс ушки. На, надо. Она у нас полностью переведена на натуральную еду. Ничем не обрабатываем ушки. Сегодня вечером мы будем обрабатывать просто спиртом или водкой. Протираем и все. Больше ничего Марина стала делать не надо. Никакие зеленочки, никакие там промывки. Только водочку и в обратную сторону, внутрь ушки все делается. Что там было? Воду там ничего. Угу. Маэстро, как всегда, был прав. Он сказал, давай на терке сделаем морковку. Я говорю, давай, чтобы все витамины не вышли, морковку сделаем, нарежем. Мы и нарезали, но... А, не ест, ест. Ест, ест, ест. Я думал, не ест. Просто у нас сначала мясо. Да, у нас сначала мясо, правильно. Ты молодец какая. Молодец, хорошо. Время у нас 6.56. У него первый прием пищи начинается в 7 утра. Ой, все поела, все. И, дорогие друзья, за ночь она выпила очень много воды, очень много. Здесь был потоп, да, маэстро? Да. Маэстро здесь, раньше меня проснулся. Здесь как маленький пруд. Как маленький пруд, это очень хорошо. Посмотрите, этот уже не может без нее. Он ее зовет играть и не понимает, почему мы не выпускаем. Кстати, маэстро, можно выпустить сейчас с ним и проконтролировать. Нам же Марина сказала, она должна активничать, бегать, прыгать, чтобы это все изнутри да, вышло. Нет, Олег, мы не успеем, взрыв на ушки. Нет. Самоха? Да. Они начнут играться, они... Давай контент сделаем, маэстро. Да. Самоха укусит ее за ухо, разобрал ей швы. И мы такие нехорошие упустили этот момент, а? Тогда его впустим в дом, чтобы мы быстро его поймали и отлупили, если что. Отлупили? Арматурой? Вон, швабру возьму, вон она стоит, маэстро. Это как наше оружие уже швабра стала. Не, вот только к арматуре привык. К арматуре, к этому только привык. Все, поела, дорогие друзья, полчаса она переваривает. Мы вывозим ее на прогулочку. Я сразу монтирую, чтобы в 9 часов успеть вам поставить ролик. Залить ролик. Я понимаю, всем нравится, когда ролики снимаются вот за день максимум. Или в этот же день выставляются. Это очень интересно. Я сам такой человек. Но когда ролики снимаются там месяц назад, там 10-20 дней назад, и выставляются сегодняшним днем, честно, мне неинтересно такие смотреть. Мне интересно, вот откуда железо пока горячо, как говорится. А когда через месяц выйдет? Что через месяц выйдет? А, маэстро все угрожает. Да, не забываем ставить лайки. Вот что маэстро говорит. А то, дорогие мои, я вам сразу говорю, маэстро грозится прекратить съемки и выставлять за то, что вы лентяйничаете и не хотите ставить, это естественно не все касается, не хотите ставить лайки. Будем месяц давать на размышления, вдруг они да, получится да. Лайки сделать, ставить. Ай, посмотрите, самых маэстро, ну пусти его, маэстро. Нет, Олег, куда опускать этого хулигана? Что? Кусанет за ухо? Да. Дорогие друзья, мы должны быть очень внимательными с ушами, чтобы, не дай бог, не травмировать девочку. Ой, 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 мадемуазель. Да. Как же она любит. Как девочки есть девочки. Что собачки, что люди все любят. Когда их приласкают. Ой, ты господи. Хорошо тебе, да? Хорошо. Вот так вот. Пока вот маленькая, гладим, слышишь, подрастешь, фигушки тебе, поняла? Угу. Ты поняла? Насястик. Да, поняла. Насястик. Два раза не надо ей объяснить. Она поняла, но я пофигу сейчас, маэстро. Какая мордочка красивая. Куколка стала.
И так была куколкой, и сейчас стала куколкой. Все, согласна. Согласна. Пусть переварит еду, прогулочка, и самое главное, мастер успеет делать. Да, пусть она переварит, если этого хулигана пустим сюда, они не будут. Она да. Бегать с ним. Сейчас, потом... Чистоплетные девочки. Потом, я думаю, сразу с лордом иди. Да, конечно. Сразу она останется без ушей. Напишите в комментариях, как вам с купированными ушами. Не, просто напишите, я не говорю, посоветуйте. Потому что обратно мы не приклеим. Напишите свое мнение, как вам миледи с купированными ушами, ушками. Ну что, дорогие мои, она переварила пищу, идем гулять. Сейчас прогулочку заснимем и монтируем. Самоха! Самоха, от греха подальше. Ты, походу, мальчик влюбился в нее, но ты понимаешь, чья она невеста? Ты хоть головой соображаешь, чья она невеста? Великий смотрит за тобой, знаешь? Великий смотрит, наблюдает за вами. А ты, вертихвостка, вон твой мужик, вон лежит. Вон он, видите, граф лежит, вот он. Вот он лежит. Под наблюдением. Самоха, как маэстро говорит, одна шкура от тебя останется. Будь аккуратен. Если успеем хоть эту... Разнять. Да. Самоха. А это... Ты чего? Санта-Барбара у нас начинается. Сериал начинается, дорогие бои. Ну что, пойдемте. Дорогие друзья, активничаем. Как сказала Марина, вот так на удочку можно. Потихонечку. И чтобы она была активная. После таких операций собаке надо быть активной. Она побегает и обязательно попьет водички. Только если собака, конечно, этого хочет. Ради бога, смотрите. Вчера, считайте, еще 12 часов не прошло от косметической операции купирования ушей. Вот собака в полном активе. Смотрите. Играются. Время у нас раннее. Сколько у нас на время? А, у меня... а вот телефон. Сейчас я вам покажу. Поймала. Разрешает Марина грызть. То есть пусть погрызет, вот так поймал. 7:30 утра. Она поймала. Все, надо давать ловить, все, добыча ее. Сейчас будем учить команду оставить. Ну, не сейчас прям, дорогие друзья, пусть хоть сутки пройдут после того, как ей купировали ушки. Ух, ух, актива-то сколько в этой девочке, а? Посмотрите, какой азарт у нее. Ай, молодец, ай, молодец. Ну, что скажете? Молодец. Мастер, подведи канат к экрану, вот так же, блин. Ух ты! Вот ты, господи, это что за монстрик такой? Посмотри. Рысит, рысит, парха. Плавание пока нельзя, поэтому мы занимаемся удочкой. А 15-20 минут, не больше. Вот это что за питбулище? Совсем туловище на это, короче. Так, микрофон я не закрыл случайно. Сейчас, дорогие друзья. Микрофон чуть курточкой прикрыл. Это что за питбулище такое, за... а? Это что за зверек? Приемы. Это что за зверек? Так, стой, 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 маэстро, стой, ушки посмотри вот здесь, что у него. Отлично. Отлично. Заживает, как на собаке. Да. А ну, оставь, оставь, оставь. Оставь. Не знает еще. Нет, он команду эту не знает. Мы... О, ой, ползет. Ползет. Видите, спереди, спереди. Посмотрите, как она держит. Давай спереди засниму. Смотрите, она лапами держит. Давай. На весь тулуш. Давай. Смотрите. Ты напрягает там мышцы, посмотрите. Как она схватила. Да-да-да-да. Ай, молодец. Ай, молодец. Смотрите, как она схватилась. Марина говорит, полностью удочкой занимайтесь вот так. Пусть бегает. Ой, молодец, какая. Ничего не хочу, дорогие друзья, чтобы вы понимали, еще 12 часов не прошло. Ну пусть 12 часов будет, грубо говоря. Сутки не прошли еще, собака вот в полном активе. Посмотрите, что делает, посмотрите. Давай, давай, тащи, тащи, мой. Посмотрите, дорогие друзья, как она вцепилась-то. А? Табака-то моя. Ты.
Канат-то не маленький, графовский. Не, канат как раз для нее. Как раз, да, взрослый канат. Сегодня исполнилось ровно 4 месяца. Маленький день рождения. Наш ваш питомец оправдывает наши ваши надежды. Оставь. Не хотим сегодня команду обучать, дорогие. Ух ты, ух ты. Вот откуда это ух ты, маэстро. Вот почему она так реагирует. Я, дорогие друзья, не мог понять, почему. То есть это так, знаете, вырывается у нас, ух ты, удивление наше. Она привыкла к этому ух ты. Когда говорим, она сразу ушки навостро. Оставь, миледи. Резко дергать нельзя, дорогие друзья, чтобы зубы не остались в канале. Если схватило, все. Да, хватка у нее. Давай, да, забирай, 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 забирай. Ага. Она хитрая. Она умная, маэстро. У нас есть один балбесик и умная. Вот так и получаются гениальные детишки. Оставь. Оставь. Леди, оставь. Оставь. А ну скажи команду. Фу, фу нельзя. Фу, да, нельзя. Фу нельзя. Она на эту фу команду нельзя. Хорошо реагирует. Можно? Можно, можно. Возьми, 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 возьми. Возьми. Давай, миледи, возьми. Ух ты. Возьми, возьми, возьми. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ты засранка, а какая? Можно вот так не высоко. Какая, как она. Какой у нее рывок, а? Какой рывок, львицы! Выжидает, выжидает жертву и раз рывок! Молодец! Хорошо! Хорошо! Вот и заряд. Вот и результат. Вот и результат. Разница, разница какая колоссальная. Все, она играется. Дорогие друзья, мы еще без камеры чуть-чуть поиграем. Время у нас, еще раз покажу вам, 7:36. Мне надо за 24 минуты все это смонтировать. Там где-то 35-40 минут займет. Смонтировать, еще 30-40 минут залить на YouTube. Приятного просмотра, не забываем ставить лайки. Маэстро сам заводится, потом не отпускает. Мы вчера у Марины все уточнили, как можно играть у Саши. Саша — это тренер профессиональный, дорогие друзья, именно по питбулям. Он нам сказал, что мы можем делать, как мы можем делать. А сейчас это нам необходимо. Разыграть ее. Естественно, уже с Александром тоже договорились вчера. Чуть-чуть подрастет. Думаю, с полгода мы начнем уже и заниматься. Так что девочка будет и выставляться, и будет на питбуль-спорте. Как я говорю, питбуль-спорт. А как любит прыгать она? Да, то есть она и прыгать любит, и бегать. То есть Александр уже посмотрел. Он берется за эту девочку на занятия. Так что все уже обговорили. Как мы сказали изначально, что мы будем делать. Все в том же духе. В том же направлении. Видим цель, не видим преград. Так что идем. Спасибо. Вот, дорогие друзья, результат. Сразу пришли, пьет водичку. Что мы и делаем. Чем больше она выпьет водички, тем быстрее все это уйдет. Все, молодец. Я просто еще не успел. Она пила, я не успел. Маэстро, у нас сегодня смена игрушек. Эти убираем на... Вот это, да, вот эти убери с этого. Мы каждую неделю, дорогие друзья, ну, 3 дня раз меняем. Так, это мы наводили порядочек, видите, везде все прибрались, убрались, помыли с утра. Эти игрушки забираем, промываем и даем новые игрушки ей. Отдай игрушки, маэстро.
Новый, 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 не, не, новый, новый. Вот шарик, да, мячик и вот этот крокодильчик, да? Крокодильчик, да. Так. Как она реагирует на этот крокодил, опа. Сейчас останется только хвост. Крокодил. Не то наполовину. Щенятам, дорогие друзья, надо постоянно, да, и взрослым надо постоянно менять игрушки, чтобы они все подряд не грызли. Да, вот вам видите, вот вам результат, видите? Поменяли игрушки, те игрушки убираем, мы сейчас их помоем, отложим, а потом это не значит, что вы постоянно должны новые игрушки покупать. Нет, те же самые, эти-то новые, она сама выбрала, если вы помните. А, те убрали, чтобы ей не соскучилось, потому что ну, одну и ту же игрушку, как и детям, скучно играть. Самоха наблюдает, зовет ее на игры, но нельзя. Ой, извини. Все, она играет с крокодильчиком. Это специальный крокодил для питомцев. Глазик она грызет ему, да. Молодец. Молодец. Все, она будет играться. Поела, пописила, поигралась, попила, теперь игрушечки. И буквально сейчас она будет играться, играться и залипнет. И уснет. Всем еще раз большое спасибо. До новых встреч. Дорогие друзья, 24 числа у нас ничего не будет. Я вам говорил, я выставлю шортс, но комментарии будут закрыты. Всем спасибо.